Ага. Что-то. О, хороший. Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка 96. Так, ну что, друзья, выбрался сегодня на очередную рыбалку порыбачить на фидер. Вот, пришел на новое место сегодня. Попробовать порыбачить. Два фидера брать с собой не стал. Взял один. Уже получается забросил. Прикормку, друзья, замешивал. Такая прикормка магазина. Вверх ногами, правда, она. Универсальная. Лещ карп плотва. Замешивал прикормку в пакете. За место воды использовал кока-колу. В целом прикормка получилась хорошая. Так, она уже пропиталась, сейчас еще немного добавлю. То есть у нее, в принципе, и так запах вкусный. Тут получается, я решил подсластить кока-колой. Не знаю, что из этого получится. Это такой эксперимент будет у меня. А так, друзья, сегодня получается 9 августа 2023 год. Погода хорошая, ветра нет. Ну, как небольшая волна присутствует. А так, в целом, погода хорошая. Время получается у нас сейчас без 10:10. То есть забросил, времени прошло минут 5. То есть сидим, ждем. А так, друзья, вот такой бережок у нас тут. Берег. Как бы в кроссовках. Песок, камень. Сзади меня гора, лес получается. Спрятался, получается, за солнцем. Пока солнце не вышло. А то днем обещают как бы температуру 27 градусов. Пока сижу в теньке. Балдею, скажем так. Ну ладно, друзья. Как какие-то поклевки будут, обязательно мы все это дело заснимем. А так, цель наша, я не знаю. Ну, леща, подлещика поймать. Просто получается. Мимо сейчас рыбака проходил. Разговаривал. Рыба отказывается клевать, но он сидит на поплавочную удочку, там чебачков, наверное, 7 поймал, получается. Вот. Разговорились насчет, как спросил на фидер, ловят, не ловят. Я тоже как бы давненько уже не был. То есть он говорит, что рыбаки рыбачат как бы повсюду и везде. Леща нет, рыбы нет. Ну как-то так, друзья, ну ладно. Порыбачим, посмотрим. Может, какой-нибудь чебак подойдет на нашу прикормку с кока-колы. Ну, посмотрим, друзья. Как что-то, какая-то поклевка. Обязательно все это дело заснимем, посмотрим. А так я взял, получается, один фидер. Ни подсачника, ничего не взял. Так, налегке прибежал, скажем так. Вот, как бы там. Все по минимуму. Неохота было тащиться там со всем арсеналом. Да, и смысл. Так как получается у нас новое место. Будем проверять. Ну, а если что-то как-то там будет, допустим, ловиться. Ну, соответственно, уже потом придем с двумя фидерами. С сигнализаторами. А так вот чисто на фидер как бы. Будем ориентироваться по кончику удилища. То есть без колокольчиков, без всего. Внимание, все будет на кончик удилища. Ладно, друзья, рыбачим дальше. Попытаемся поймать что-нибудь. Думаю, будет интересно.
Вроде прикормка получается пропиталась. Такая сухенькая стала. Сейчас получается еще кока-колу добавил, чтобы она уже была вот такая у нас липенькая. Забросил, друзья, получается кормушек, наверное, 6 в точку забросил, прикормил, скажем так, чтобы ускорить процесс поклевок первых, чтобы долго не ждать. Думаю, это дело у нас все сработает. Ладно, друзья, рыбачим дальше. Так, друзья, сейчас перезабросим. Кто-то там у меня клевал. Так, друзья, поклевочка была. Не знаю. Если что есть, то что-то мелкое. Чебак, скорее всего. Да, друзья. Кого-то тянем на прикормку с кока-колы. Вот, друзья, наконец-то мы от ноля ушли, поймал такого чебачка. Ну давай, уходи, убегай, убегай, нам рыба покрупнее нужна. Давай, уходи. Уплывай, уплывай. Молодец. Так, друзья, ну что? Прикормка наша с кока-колой сработала. До этого пучок я делал, получается, опарышей 5-6. Насадил 2 опарика и сразу клюнул чебак. То есть давайте сейчас, друзья, третьего подсадим. Думаю, для чебака это тоже будет нормально. Забьем прикормки. Все это дело сейчас забросим. Ну, чебак подошел. Думаю, и покрупнее рыба должна подойти. Хотя бы подлещик какой-нибудь некрупный. Ну, посмотрим, друзья, посидим еще, порыбачим. Так, друзья, перезабросили. Ну, крупная рыба не клюет, хоть чебачка половим. Уже что-то, уже не так скучно. Ладно, друзья, рыбачим дальше. Ну, охота, конечно, поймать фанерку, подлещика хотя бы. Не знаю. Некрупную, некрупного подлещика. Так, друзья, только закинул, сразу сходу поклевка. Кто-то теребнул. Ладно, ждем. Так, друзья, кого-то зацепил. Но это, скорее всего, лещ. Не знаю, насколько крупный. Но упирается хорошо. Не знаю, сейчас вытащим, посмотрим, друзья. Ну, не чебак это точно.
Ага. Что-то. О, хороший. Подсадчика у нас нет, как я и говорил. Сейчас мы его так достанем. Давай, давай, выходи. Ну, берег позволяет так вытащить. О. Ну что, друзья, с почином нас. О, друзья, какой. Радости нет предела, конечно. Ну такой, я не знаю, грамм, наверное, 600. Весы у нас есть. Сейчас обязательно мы это все дело завешаем. Все-таки я его дождался. Все-таки лещ подошел. Все-таки место перспективное. Все-таки мы его выудили. Так, друзья, сейчас. Где-то весы у меня рядом были. Сейчас завешаем. Берег получается пологий. Можно и без подсадчника вытаскивать. Так, друзья, килограммы. Сейчас завешаем. Насколько он у нас. Так, друзья, видно, не видно. 730 грамм. Ну, хорош, хорош. Давно я таких не ловил. Так, друзья, ладно. У меня даже садка с собой нет, получается. Сейчас я его чисто в пакет закину. Пусть будет в пакете. Ну, хороший, друзья, хороший. Так, давайте еще раз я его покажу. Такой, друзья, красавчик, красавчик. Вот тут ничего не скажешь, красивый, хороший. Все-таки я его дождался. Все-таки прикормка с кока-колой рулит, друзья. Не знаю, насколько это вообще роль сыграла кока-кола, но тем не менее. Получается, сперва чебак подошел, теребил, теребил, и наконец-таки клюнула такой лещишка. Так, друзья, сейчас руки помоем, и это все дело мы перезабросим. А так, друзья, еще раз говорю, на что я рыбачу, прикормка магазинная, Дунаев универсальная, карп, лещ, плотва. И насадил буквально трех опарышей и клюнул такой хороший подлещик, друзья. Так, ладно, друзья, сейчас все это дело перенасажу, перезаброшу. Смотрите видео дальше, думаю, будет интересно. Все-таки, друзья, мы его взяли. Дождался я его. Так, давайте, друзья, также сейчас три опарыша. Вот так вот. Кормушку набиваем и перезабрасываем, друзья. Раз лещ подошел. Думаю, у нас еще что-нибудь клюнет. Может быть, даже и побольше, не знаю. Ну, рыба хорошая. Давно я таких не ловил. И место это перспективное получается. Рыбачу, получается, Верхнеивинский пруд. За крутиком. А, друзья, счастья нет предела, конечно. Все-таки я накормил это место, и он подошел. Ну, все как по классике, друзья. Фух. Ладно, друзья, рыбачим дальше.
Так, друзья, была очередная поклевка. Непонятно, вроде нет ничего. Поклевки есть, а подсечь почему-то не могу. А нет, кто-то идет. Чебачишка, скорее всего. Ага. Вот, друзья, такой огромный чебак клюнул. Мелкий, но приятно. Ладно, давайте его отпустим, пусть бежит. Угу. Руки помоем. Перезабросим, друзья. Все, давайте три опарыша насадим. И третьего. Так, друзья. Сейчас все это дело кормом забьем. И перезабросим. Будем ждать, друзья, очередную поклевку. Так, друзья, кого-то зацепили. Но что-то не крупное, но есть. Чебак, скорее всего. Да, друзья, чебачишка такой клюнул. Чебак, чебак. Зачем нам чебак? Нам леща надо. Ладно, беги давай. Плыл. Так, друзья. Кого-то зацепил. Кто-то покрупнее идет, скорее всего, или кого-то забагрил, по ходу дела забагрил. Сейчас, друзья, посмотрим. Да, друзья, чебака забагрил, смотрите как. А я уж думал, фанерка, блин, четко как на жерлицу зацепил. Можно закидывать на живца, на жерлицу. Так, друзья, сейчас еще, наверное, раз-два заброшу, да домой пойду. Ладно, беги давай. Молодец. Забагрил, друзья, чебака. Ладно, сейчас еще заброшу. Так, друзья, ну что получается? Отрыбачил рыбалку. Цель, конечно, была крупная рыба, но получилось уж как получилось. Поймал, наверное, штук 5-6 чебаков и одну фанерку на 700 грамм, на 730, что ли, не помню уже. Время, друзья, уже ближе к 4.
А, собираться домой. Дела тоже дома там ждут. Так что, друзья, как-то так. Ну, пришел, получается, поздно. То есть, если сюда идти, мне кажется, а утром пораньше. Поза темну еще, скажем так. Думаю, тогда, может быть, успех будет. А так, друзья, получается. Ну, что есть, что есть. Ладно, друзья, буду собираться домой. Всем счастливо, всем пока. Всем ни хвоста, ни чешуи. Счастливо.